Мы с вами пройдем путь рождения кислородной косметики и посмотрим, каким образом она эволюционировала. И в заключение пробежимся по обширному портфолио наших препаратов. Мы рассмотрим очень кратко основные серии, и далее мы будем более подробно обсуждать их в наши будущие встречи. Ну а сегодня, итак, легендарный кислород. История легендарного кислорода началась еще в 70-е годы. Собственно, тогда кислородная косметика еще и не родилась. Но кислород, а именно легендарный кислород, уже тогда активно начал исследоваться. На самом деле, наш замечательный Аквафтем, о котором мы сегодня поговорим чуточку дальше и подробнее, пришел к нам из медицины. Тогда, в те самые годы, 70-е годы, перед учеными была поставлена амбициозная задача – создать абсолютно новый препарат. Новый препарат для использования в медицине в качестве кровезаменителя. Но, кроме всего прочего, это действительно была колоссальная задача. Такое вещество требовала медицина, в котором нуждалась медицина, еще не было найдено. Поэтому препарат, который мы с вами сегодня подробно рассмотрим, и как, собственно, он попал в косметику. Итак, в клинической практике препарат получил название перфторан. Перфторан, который был зарегистрирован в 1996 году и с тех пор используется в медицинской практике, причем в разных, абсолютно в разных областях медицины. Изначально, если вы откроете фармацевтический реестр фармацевтических препаратов, то увидите, что препарат зарегистрирован как кровезаменитель. Но впоследствии оказалось, что он обладает целым рядом положительных эффектов. Его применяют в разных, совершенно разных областях медицины. Например, его используют в ургентных ситуациях, то есть это всевозможные клинические состояния, когда требуется немедленное замещение крови. Это шок болевой, это кровопотеря. И препарат применяют еще и для лечения разнообразных состояний, проблем сердечно-сосудистой системы. Его используют даже в акушерстве и гинекологии. Представьте себе, его вводят в ситуации, когда существует плацентарная недостаточность кровообращения у плода. Его применяют в офтальмологии и активно до сих пор используют в центре Федорова для лечения достаточно серьезных проблем со зрением. Его применяют достаточно обширно в очень разных областях медицины. Итак, оказалось, что перфторан еще и очень полезен при использовании при различных заболеваниях кожи. Им лечат, к примеру, всевозможные воспаления кожи, им лечат инфекции кожи, им лечат даже такую серьезную проблему, как акне, причем в самых тяжелых ее стадиях. Им лечат дерматиты, атопические дерматиты, экземы и так далее. То есть оказалось, что в медицинской практике препарат нашел себя достаточно широко. Но помимо всего прочего, оказалось, что все клинические испытания и все, что попало в лечебную практику, уникальная разработка, которая спасает жизнь, она еще и оказалась очень полезна в косметологии. Создатель препарата Феликс Белоярцев, вы видите его на фото, уже посмертно получил премию, и препарат теперь прекрасным образом существует и в медицине, и в косметологии. Препарат оказался действительно полезен для кожи. А зачем нужен коже кислород? Кислород кожи крайне необходим. Во-первых, уже примерно с 20 лет у человека начинаются проблемы с нарушением снабжения кожи кислородом. Это очень актуально для жителей мегаполиса. Обычно для того, чтобы кожа дышала, кислорода должно быть примерно 21%, а в мегаполисе, к примеру, в центре Москвы, не более 12%. Ну, может быть, где-нибудь в отдельных районах зеленых будет 16% кислорода. Это крайне недостаточно. Мы всегда испытываем с вами гипоксию. Кроме всего прочего, кожа – это периферический орган. Он всегда снабжается кислородом по самому остаточному принципу, потому что нашему организму совершенно все равно, как она выглядит. Его не интересуют ни морщины, ни цвет лица, ни тонус кожи. Его очень заботит прежде всего состояние жизненно важных органов, поэтому кислород, поступивший в организм, прежде всего направляется как раз на решение актуальных проблем, которым нуждается организм. Это печень, мозг, сердце и так далее. А
Кожа страдает от недостатка кислорода. Клетки вырабатывают меньше энергии, у них просто нет сил эффективно работать, они замедляются процессы обновления кожи, замедляются процессы регенерации кожи, и вообще кожа достаточно вяло реагирует на все жизненно важные процессы. Что мы видим? А видим мы то, что истончается эпидермис и дерма, и запускаются процессы старения, причем процессы преждевременного старения кожи. А кислород нам необходим, чтобы кожа дышала, чтобы кожа обновлялась, чтобы кожа сохраняла молодость. И многие годы считалось, что кислород невозможно ввести в состав косметических средств. Его попытки были наполнить кремы кислородом, попытки были каким-то образом привязать кислород в масло, каким-то образом насытить все системы крема кислородными субстанциями, но ничего не получалось, он очень быстро улетучивался, и самое главное, не попадал в глубокие слои кожи. Поэтому в то время, в 1997 году, Фаберлик обратил внимание на ту самую уникальную разработку на перфторан, или, как мы привыкли его называть, голубая кровь, потому что система имела тот нежно-голубой оттенок, и с легкой руки журналистов в литературе стала называться голубой кровью. Итак, так появилась кислородная косметика. Голубая кровь в кремах, в косметике получил название «Акваф-Тем». И представьте себе, что уже через неделю применение препаратов на основе «Акваф-Тема» уже на 30% повышает количество кислорода в коже. И в присутствии кислорода в клетках кожи из одной молекулы глюкозы образуется аж 20 молекул энергии. И в 20 раз больше кислорода в коже теперь будет использоваться клетками кожи. При недостатке энергии мы будем иметь значительно больше. Будет протекать активнее процесс обмена, клетки будут омолаживаться, и кожа будет преображаться, причем преображаться на глазах. И кроме кислорода, комплекс помогает транспортировать другие активные ингредиенты, которые входят в состав косметических формул. И Фаберлик принадлежат все права, абсолютно все права на использование Акваф-Тема, а точнее это эмульсия перфтор-соединений, та самая голубая кровь, в России, в странах СНГ и даже в некоторых зарубежных странах. Мы запатентовали использование перфтор-соединений нашего замечательного Акваф-Тема на территории США, Канады, Латинской Америки, Европы, включая страны Балтии и Азии. И поэтому косметика Фаберлик действительно абсолютно уникальна. И вы видите сейчас фото того самого первого легендарного кислородного бальзама. Бальзама Акваф-Тема, суперактив Акваф-Тем, который мы применяем, формулу которого мы используем, модифицируя в течение всех этих лет. Итак, история кислородной косметики. Второе поколение кислородной косметики – это новая кислородная система. Научный центр Фаберлик не прекращал все эти годы работы над совершенствованием формулы кислородной косметики. И мы, действительно, изучив глубоко механизм ее действия, мы прекрасно понимаем, как снабжается кожа кислородом. А снабжается она двумя путями. Во-первых, какое-то количество кислорода, примерно 3-5% от общего количества кислорода, поступает через кожу. Кожа дышит. Это одна из функций кожи. Но самая львиная доля кислорода, клетки кожи получают через систему микроциркуляции, то есть через кровоток. И представьте себе, что в самых верхних слоях кожи нет капилляров, нет системы кровообращения. Поэтому только капилляры очень тонкие, подходят к клеткам ростового слоя кожи, и там происходит процесс обмена питательными веществами и кислородом. С возрастом происходит достаточно много событий, не всегда благотворно отражающихся на состоянии кожи. К примеру, истончается сам эпидермис, и количество кислорода
недостаточно поступает. А самое печальное – это нарушается процесс микроциркуляции. Сосуды спазмируются, склерозируются. Кроме всего прочего, контакт с клетками базального, так называемого, ростового слоя кожи тоже нарушается. И это приводит, в общем-то, к нарушению снабжения ростового слоя кожи кислородом. Мы воспользовались фундаментальным открытием. И Нобелевская премия, которая была дана в 1998 году за открытие совершенно уникального явления, оказалось, что всем процессом микроциркуляции в нашем организме и в коже, кстати, тоже, руководит единственный медиатор. Медиатор называется оксид азота. Не пугайтесь этой химической формулы. Это действительно уникальная молекула, которая образуется внутри сосудов. После того, как был открыт этот процесс регуляции снабжения и распределение крови в организме, стало понятно, как, например, действует нитроглицерин. Таблетка нитроглицерина под язык, выброс оксида азота в сосудах сердца, в коронарных сосудах, и мы с вами наблюдаем расширение сосудов и снятие, например, стеноза и приступа стенокардии. Точно так же можно влиять на тонус сосудов в коже. И следующий этап, следующее поколение косметики – это косметика двойное дыхание, и новая структура – это Новафтем. Новафтем разработан нами вместе с японскими учеными, и состоит он из двух активных молекул – наш Аквафтем плюс молекула DSTH, которая улучшает микроциркуляцию за счет активации как раз выброса оксида азота. Мы теперь умеем регулировать кровообращение в коже. Это улучшает микроциркуляцию и снабжает кислородом все клетки кожи достаточно активно. То есть новая серия появилась в 2007 году, но мы на этом не остановились. Естественно, мы работали над совершенствованием процесса снабжения клеток кожи кислородом, и следующим шагом стало добавление комплекса сильнейшего антиоксидантного комплекса – это тумерин. Собственно, давайте вспомним, что происходит с кислородом в коже. Прежде всего, кислород должен поглотиться клетками кожи и запустить процесс так называемого клеточного дыхания. Что это такое? Кислород попадает внутрь клеток, там окисляет молекулу глюкозы, и при этом начинает образовываться активная энергия. И энергия, которая необходима для жизни клеток и для жизни организма. В процессе этого окисления образуется углекислый газ. И самое главное, что это окисление, то есть идет процесс образования свободных радикалов. Этот процесс контролируется, потому что в клетках везде расставлены ловушки свободных радикалов, и они никак никуда не утекают. Но с возрастом этот процесс может нарушиться. Поэтому для того, чтобы предупредить утечку свободных радикалов, мы усилили наш Новафтем еще и антиоксидантной защитой. Уникальная молекула – тумерин, которая состоит из двух активных молекул, полученных из куркумы, это тумерон, тумерин и так далее. Капсула, в которую заклеив масло тумерона, в сердце которой растворимая молекула куркумина, способствует полной защите от свободных радикалов и от окислительного стресса, защищает наши клетки от повреждений абсолютно полностью, потому что активнее в 1000 раз даже самого известного антиоксиданта, такого как витамин Е. Мы еще надежнее защищаем кожу и помогаем ей сохранить молодость. И прежде всего, теперь комплекс, который полностью работает со всех сторон на активацию всех процессов потребления кислорода. Мы доставляем кислород в кожу, мы доставляем кислород изнутри, мы защищаем кожу от кислородного стресса, но это еще далеко не все, что может кислородная косметика. Итак, в 2015 году мы запустили следующий этап. Следующее поколение кислородной косметики. Новейшее поколение кислородной косметики, которое воплотилось в серии Axiology, представляет из себя систему 4
D-таргет. Таргет от английского мишень. Собственно, что это такое? Во-первых, новый комплекс теперь действует на 4 основных и главных биологических процессов кожи. То есть это 4 мишени, 4 таргет кислородная косметика, 4 таргет технология. Прежде всего, мы усиливаем микроциркуляцию за счет новофтема. Мы насыщаем клетки кислородом за счет аквафтема. Мы усиливаем антиоксидантную защиту. Это наш тумерин. Но как можно сделать дыхание еще эффективнее? Нам очень важно, чтобы кислород прямо попал внутрь клетки. Он должен полностью на 100% быть использован клетками кожи для синтеза энергии. И важное значение играет не только количество кислорода, но и насколько продуктивно он используется клетками, в том числе и клетками кожи. И активные совместно с испанскими учеными, это барселонский Scientific Park, мы сделали новую молекулу. Молекула, которая в составе новейшего комплекса, это 4 действия, максимальная выработка энергии, больше дыхания, больше энергии. Прежде всего, мы усилили систему доставки активного кислорода. Комплекс теперь заключен в капсулы. Каждая капсула снабжена меткой, и эту метку способна распознать клетка кожи. Так мы доставляем активные молекулы точно в цель. Мы не расходуем их по пути. Это точно в цель. Кислород теперь попадает вместе со всеми активными молекулами внутрь каждой клетки. И теперь мы адресно насыщаем клетки кожи кислородом, мы адресно защищаем их от свободных радикалов, мы адресно стимулируем максимальную выработку энергии и адресно усиливаем микроциркуляцию. То есть теперь мы заимствовали из медицины новейшую систему доставки, то, что называется в медицине дрон. У нас это косметический дрон, новая инкапсулированная система адресной доставки активных веществ, технология 4D-таргет, то есть мишень и активные молекулы. Мы теперь работаем четко в цель. Итак, Axiology. Собственно, новейшая система 4Target, 4Target, основа новейшей кислородной серии Axiology. И что это такое? В чем активность и в чем суть действия всех этих препаратов? Кислородное дыхание – это то, что обязательно вы должны использовать ежедневно 2-3 раза в день. Это очищение кожи, которое готовит кожу к дальнейшим процедурам и к основному уходу. Кислородный баланс снижает активность сальных желез и регулирует их активность. И прежде всего делает кожу матовой. И эта серия предназначена для кожи, склонной к жирности, для комбинированной кожи. Она предназначена для тех, кого беспокоит сальный блеск и расширенные поры. Кислородное питание. Собственно, здесь самая главная задача этой серии – восстановить защитный барьер кожи и ее водный баланс. Мы запечатаем все прорехи в коже с помощью специальных молекул и будем предотвращать потерю кожи влаги. И самое главное, успокоим сухую, поврежденную, раздраженную кожу, сделаем ее менее уязвимой. Кислородное увлажнение – это задача максимально увеличить содержание влаги в глубоких слоях кожи и, самое главное, восстановить ее так называемый естественный увлажняющий фактор на поверхности кожи. Кожа, насыщенная влагой изнутри и снаружи, кожа, которая обретает тургор и упругость. Кислородное сияние – это кислородный детокс. Это задача как раз этой серии – предотвратить накопление токсинов и сделать кожу достаточно молодой и цветущей, потому что с помощью этой серии мы проводим глобальную детоксикацию, мы препятствуем накоплению всевозможных обломков белков, продуктов обмена. И для того, чтобы кожа сияла молодости и красотой, время от времени ей нужно проводить максимальную систему детоксикации. Поэтому детокс – это важно, и детоксом вы должны пользоваться ежедневно.
ежемесячно курсом. Итак, легендарный кислород. Какую линию косметики вы бы не применяли, всегда держите на полочке в ванной комнате легендарный кислород. 15 минут вы с помощью этой серии увеличите количество кислорода, а через 30 дней ежедневного применения восстановится барьерная функция кожи, и кожа будет насыщена кислородом и влагой. Легендарный кислород – это уникальных три продукта. Кислородный бальзам – скорая помощь вашей коже. Это восстанавливающий активный спрей, который вы можете применять всегда в любой момент для того, чтобы кожу увлажнить и насытить кислородом. И сыворотка – кислородный активатор. Исследования показали, еще раз повторяю, что через 15 минут после нанесения кислородного бальзама количество кислорода в коже увеличится значительно, и бальзам запускает процесс регенерации и синтеза энергии в клетках кожи. А через 30 дней ежедневного применения кожа восстановит все свои защитные функции. А замечательная сыворотка, кислородный активатор, это отдельный и совершенно уникальный препарат. Наносите его под все ваши любимые препараты любого средства серии Faberlic. Неважно, маска это, крем, дневной или ночной. Помните, что кислородный комплекс транспортирует не только кислород, но и активные ингредиенты из косметического средства. Поэтому сыворотка повысит эффективность всех кислородных средств значительно, во много раз. И легендарный кислород – это хит, о котором вы должны помнить всегда. С этого начинается кислородный уход за кожей. А давайте вспомним еще и другие серии. Подробный рассказ мы оставим о наших сериях на следующие семинары. Но сейчас попробуем охватить суть действия каждой из этих серий. И будем ждать ваших пожеланий и с какой серии начать следующий вебинар, я полагаю, вы нам скажете. Итак, антивозрастные программы. Каждая из этих серий – это хит. Серия 30+, Проликсир. Каждая из этих серий действительно сбалансированный уход за кожей, поэтому возраст – это достаточно относительно. 30+, это Проликсир, с чего мы должны начинать защиту кожи от преждевременного старения. Это основной детокс клеток и поддержание молодости. Пептид, который содержится там, защищает кожу от накопления отработанных токсичных белков. И самое главное, чем раньше вы начнете пользоваться этой серией, тем дольше сохраните молодость кожи, потому что кожа будет замедлять процесс накопления токсичных белков. Серия 40+, Гардерика. Защита внутреннего ресурса кожи. Самые главные действующие ингредиенты этой серии – это стволовые клетки растений. 1% введенных клеток в препарат на 80% увеличивает процесс регенерации. Поэтому гардерика – это важный этап ухода за кожей, начиная с 40+. Ну и реноваж. Реноваж – здесь работаем над овалом. Это система восстановления архитектуры структуры внутренних уже слоев клеток кожи. Это воздействие на коллаген, это максимальное восстановление структуры кожи. И, естественно, с помощью серии «Реноваж» вы поправите не слегка стекший овал лица. Это то, что восстановит и будет поддерживать вашу кожу долгие годы. Итак, ну и, наконец, 60+, «Матридженикс». Воздействие на 14 генов, пробуждение 14 генов красоты. Это лифтинг и питание для сухой и возрастной кожи. Сочетание всех необходимых ингредиентов, которые восстанавливают и барьер, и воздействуют уже на самые глубинные механизмы, препятствующие старению кожи. Ну и, наконец, омоложение, вдохновленное природой. Это вербена. В составе действительно активный ингредиент из вербены, который воздействует на 7 признаков старения кожи. Ну и ботаника,
это ресурс от природы, который мы внедрили во все серии всех возрастных категорий. Каждая из возрастных категорий способна, активы из природные активы способны воздействовать на глубинные механизмы и поддерживать состояние кожи и изнутри, и снаружи. Ну и специальный уход. Собственно, отдельная серия «Эксперт», которая требует отдельного вебинара, отдельного подробного и ни одного вебинара, потому что «Эксперт» – это салонные процедуры на дому. Это тщательно продуманный уход за кожей и решение серьезных проблем с помощью препаратов, которые заменят вам отчасти уход профессионального косметолога. Серия «Эксперт» – это действительно профессиональный уход, который вы можете использовать дома. В этой серии будем разговаривать отдельно и очень подробно. «Эксперт Скин Активатор» – это система, которая предполагает последовательное использование трех ступеней. И для того, чтобы действительно получить максимальный эффект, нужно придерживаться наших рекомендаций. Об этой серии мы тоже будем говорить отдельно, подробно и очень досконально. Здесь нужно важно, очень важно действительно соблюсти периодичность ухода. Ну и, наконец, Ultra Clean Green – это для молодых людей и не очень молодых, кто страдает проблемами кожи, кто жалуется на сальный блеск, кого беспокоят расширенные поры, периодические воспалительные явления на коже. Регулярный уход Ultra Green Clean – это тоже поддержание молодости и красоты кожи и предотвращение каких-либо проблем, которые могут сопровождаться, если кожа достаточно жирная. Эксперт Фарма. Отдельные препараты предназначены для решения отдельных проблем кожи, уже очень специальных и очень специфичных. Здесь действительно не один очень подробный вебинар, где мы очень подробно расскажем вам про препараты «Эксперт Фарма» и расскажем, как сочетать их с другими сериями, если у вас существуют какие-то специфические проблемы. И не только лица, но и тела, рук, ног и так далее. Наши специальные программы для молодой кожи, наши специальные программы с «Эксперт Фарма» еще и с лечебным эффектом. Ну и далее вдохновляющий уход. Но вдохновляющий – это не просто эмоция, это не просто красота с настроением, это специальные средства, предназначенные для ухода за кожей в отдельные периоды жизни и в особых ситуациях. Это препараты, когда вам действительно нужно поднять настроение и, с другой стороны, действительно воздействовать на серьезные механизмы омоложения кожи. Платинум – серия, которая премиально. Премиально не только в упаковке, но и в составе. В составе препарата пептиды, которые содержат действительно молекулы платины. И молекулы платины будут эффективно воздействовать на механизмы омоложения кожи. И сами текстуры препарата роскошные. Роскошные, как блеск платины. И действительно уход с помощью платинум подарит вам наслаждение и эмоциональное, и вы получите действительно потрясающий эффект. Beauty Lab – косметика для мгновенного преображения. Это препараты, которые позволят вам решить проблему сейчас и сегодня. Это средство на выход. Это средство, когда вам нужно мгновенно преобразить внешность, без фотошопа, сразу. И да, иногда на короткий период времени, но иногда это тоже нужно. Далее, кроме всего прочего, в Beauty Lab – это выбор продукта 2018 года. Эти препараты получили ту самую уникальную премию. Ну и, наконец, полный релакс. Действительно, вдохновение от Faberlic. Faberlic Spa. Для лица, для тела, для души. Это тоже тема отдельного семинара, в которой мы с вами рассмотрим расслабляющие процедуры и заодно обсудим, чем можно их дополнить из других наших основных серий. Ну и ответ трендам. Мы всегда
тщательно следим за тем, что происходит на рынке косметики. Кислородные серии, которые вы используете ежедневно, это прекрасно. Но мы соединили кислород с трендовыми явлениями на рынке. И то, что вы видите сейчас, блум, цветение, удовольствие, инновационное омоложение. В составе активные клетки цветов. Действительно, клетки – это не экстракты, это клетки, внутри которых сохранились все активные ингредиенты растения, вся жизненная сила, которую получат теперь клетки вашей кожи. Женственная серия, прекрасная, эмоциональная и очень эффективная. Кроме прочего, мы все восхищены корейскими девушками, точнее, состоянием их кожи. Нам кажется, что это им подарено природой. Нет, это им подарено системой ухода корейской косметики. И секреты корейской красоты мы раскрыли с помощью серии ICUL. И теперь вы можете использовать и попробовать на себе и вдохновиться красотой корейской кожи у себя в ванной. Ну и далее, Weekend. Мы все живем в бешеном ритме, мы все меняем часовые пояса, мы отдыхаем, работаем, у нас меняются времена года, меняется погода, а кожа это тоже испытывает бесконечный стресс. Кроме всего прочего, кожа подвержена биологическим ритмам точно так же, как и ваш организм. Собственно, она реагирует на изменения времен года, она очень жестко реагирует на резкую смену часовых поясов. Кожа очень активно будет отвечать на всевозможные стрессы. И чтобы ритм вашей жизни не мешал коже выглядеть хорошо, есть отдельная серия, серия Weekend, серия антистресса для кожи. Средства серии синхронизируют биологические часы кожи со световым днем, биологические часы кожи с ритмами вашего организма. И кожа активно будет тогда, когда вам это будет нужно. Weekend – дайте отдохнуть вашей коже, снимите стресс вашей кожи. И самое главное, подстройте ее под ритм вашей жизни. Ну и это тоже далеко не все. Итак, попробуем резюмировать и понять, как все же выглядит портфолио нашей косметики, косметики Faberlic. Итак, в центре, естественно, кислородная серия. База, основной уход – это Axiology. Отдельные препараты или серия целиком – это то, что нужно вашей коже ежедневно. Кислород, питание, жизнь, энергия. Добавляем корректирующие антивозрастные программы. Это в зависимости от возраста кожи, от ее состояния. Выбирайте Проэксир 30+, гардерика, клетки кожи, клетки стволовые растения гордении. Это Renovage, комплекс из 5 пептидов и целого комплекса других активных ингредиентов. Это вдохновение от природы, вербена, это вдохновение от природы, ботаника. И, наконец, 60+. Казалось бы, что можно сделать 60+? Можно, если вы будете использовать серию Matrigenic. Ну и вдохновляющий уход, уход, который вам доставит дополнительное удовольствие и поднимет настроение, снимет стресс, ICUL, Weekend, Bloom, Multilab с платином, Faberlic Spa, специальный уход. Препараты, этих серий абсолютно уникальны. Серия «Эксперт», которой мы гордимся совершенно отдельно. Серия «Эксперт Фарма» мы решаем действительно точечно самые серьезные проблемы кожи. «Эксперт Скинактиватор» мы дадим вашей коже алгоритм ухода, профессионального ухода и дадим возможность ей омолаживаться, обновляться. И «Ультра Клин Грин» – это специально для молодых и не очень молодых людей – серия, которая даст вашей коже абсолютно матовый блеск и здоровое сияние, не от блеска жирной кожи. Решаем точечные задачи, добавляем корректирующие антивозрастные вещества серии. В общем,
портфолио в достаточной степени полно и уникально. По крайней мере, капелька удовольствия вместе со системным уходом и вдохновляющими сериями. Итак, в заключение хочу поделиться радостью. Faberlic имеет отдельные уникальные награды. Две главные серии прошлого года получили награды. Серия Bloom. Выбор продукта года. Представляете, а скин-активатор, время, то есть скин-активатор, лауреат премии «Время инноваций» 2018 года. То есть приз журнала «Космополитан» в категории «Лучший продукт для ухода за лицом». Это выбор читателей «Космополитан». Ну и Bloom, я уже говорила, международная премия «Инновационный продукт года 2019» в категории «Средства для ухода за кожей лица». Вдохновляйтесь вместе с нами, дышите глубоко. Пусть ваша кожа сияет молодостью и красотой. Я полагаю, что подробно разбирая все наши серии, мы вдохновим вам на использование полного портфолио Faberlic. Будьте молоды и прекрасны. На сегодня все. Благодарю вас за внимание. Будем ждать ваши пожелания и по темам следующих эфиров. Я полагаю, что мы подробно сможем с вами рассмотреть все серии и детально обсудить, как ими пользоваться. Вопросы, как я понимаю. Итак, вопрос первый. 36 лет, могу ли я использовать курсом серию Гардерика? Выгляжу неплохо, но морщинки слева из-за того, что сплю на левой части. Да, лицом в подушку. Да, конечно, на самом деле указание возраста 30+, 40+, 50+, в достаточной степени относительно. Если вам завтра исполняется 40, вы не ждите дня своего рождения, вы можете спокойно начать пользоваться серией значительно раньше. Плюс-минус 5 лет – это обычная история для серий, на которых указан возраст. Поэтому пользуйтесь, преждевременного старения не наступит, а напротив, все будет очень хорошо. Не планируется ли к возвращению мезотерапия ампульная, которая раньше была в серии «Эксперт»? Да, планируется. Мы, наконец, сделали для нее новую упаковку. Все будет. Причем в ближайшее время она уже разработана и фактически стоит в плане производства. Что лучше рекомендовать для комбинированной кожи 33 года? Но для начала возьмите серию Axiology, Axiology Balance. Это то, что ей необходимо, этой коже в 33 года. Ну и дополните препаратами серии Проэликсир, потому что в серии Проэликсир есть сыворотка с пептидом, талосамил, который будет, с одной стороны, препятствовать старению, а с другой стороны, тоже руководить всеми процессами обновления и обмена кожи. Скажите, есть ли аптечные или премиум-бренды, которые используют перфторан в своей косметике, может, в других странах? Да, в других странах есть. Есть очень много профессиональных средств, в частности, в Израиле, в Германии, в Америке, которые применяют не перфторан, а аналоги перфторана на основе перфторсоединений. В Корее появилось достаточно много препаратов на основе перфторсоединений. Да, используют. В новых трендовых сериях есть тоже Novaftem Bloom и Weekend в корейских сериях. Да, есть Novaftem в Bloom и Weekend. В корейской серии нету препарата Novaftem. Как в составе, во-первых, корейская серия направлена немножко на другие истории, и мы преследовали немножко иные цели. Там нет Novaftem. Но у вас есть сыворотка кислородная, используйте ее, и корейская серия станет еще эффективнее. Как в составе средств обозначается Novaftem? В составе средств Novaftem обозначается следующим образом. Сначала идет очень длинный перечень всякого рода перфтор соединений, перфтор-декалин, перфтор-пеперидин и так далее. То есть довольно сложная химическая аббревиатура. А то, что вы видите, DSTH – это полисахарид, то, что входит в состав Novaftem. DSTH, так обозначается. Можно ли писать состав продукции на русском языке? Ну, достаточно сложно это делать. Во-первых, требования по сертификации наших продуктов требуют написания перечня ингредиентов исключительно
по инке, так называемому. То есть есть система, мы обязаны писать только так и иначе. Мы должны указывать латинские названия растений и прочее. К сожалению, это не наше требование. Но мы можем, наверное, на сайте делать перевод и основные ингредиенты указывать на русском языке. Если вам это поможет, наверное, так и будем делать. Вернутся ли наши... Какие? Альгинатные маски? Альгинатные маски вряд ли, наверное. Они получаются достаточно сложны в применении. Это абсолютно профессиональный уход. Если мы найдем какую-либо действенную альтернативу, то вернем. Какую серию лучше применять при глубоких морщинах в углах глаз и губ 45+? Возьмите уже, наконец, Реноваж. Крем с 5 пептидами, 6 пептидами, который будет как раз действовать активно на эту проблему. И довольно скоро, открывая вам страшную тайну лаборатории, выходит новый крем в серии «Эксперт», как раз направленный на решение глубоких морщин у глаз, так называемый антиптоз. Это, наверное, первый препарат, который будет корректировать падающее веко, вот эту вот часть верхнего века. Мне 75 лет. Какой серией пользоваться? Кожа у меня нормальная, ближе к сухой. Вам великолепно будет серия «Матриджиник». Время от времени сочетайте ее с серией Реноваж. В совокупе эти препараты позволят поддержать кожу достаточно долго в довольно хорошем состоянии. Какую серию лучше применять при Так, что еще осталось? Вопросы пока закончились. Но мы готовы ответить на вопросы в наших дальнейших вебинарах. Вы можете задать их заранее, мы подготовим ответы. Вы можете задавать их по ходу вебинара, но если у вас наболело что-то очень давно, и у вас накопилось много вопросов, которые связаны с механизмом действия препаратов, с активными ингредиентами, что работает в препарате, безопасность наших средств. Возможно, вы хотите узнать, как их сочетать между собой. Сформируйте вопросы заранее, мы подготовим ответы и будем с удовольствием отвечать на все, что у вас накопилось. А пока на сегодня все. Спасибо вам огромное за внимание. Мы всегда рады быть с вами, и я с удовольствием отвечу. Еще раз повторяю, на все вопросы, которые вы подготовите к следующему вебинару. И, пожалуйста, если у вас есть темы, которые бы вам хотелось, чтобы мы осветили, спрашивайте, задавайте. Мы всегда рады вас видеть. Спасибо огромное.